часто мне задают вопрос, этот риск стоит того? Я никогда не задумывался об этом. Человек существует ровно до тех пор, пока у него есть определенные цели. Они мотивируют его и побуждают идти вперед. Меня всегда вдохновляют те люди, которые не только мечтают, а делают все для осуществления своей мечты. Для меня главное – заниматься своим любимым делом. Тантраник – это спорт для сильных. Когда ты постоянно борешься сам с собой, подходя к выполнению поставленного трюка, борешься с подсознательным страхом и в конечном итоге так радуешься выполненной задаче. Эти моменты не дадут опустить руки. Мне 19 лет. В Стантранике 2 года. 2011 сезон прошел довольно успешно для меня. Вместе с моей командой мы двигаемся вперед. Благодаря поддержке моих спонсоров, Калининградскому ЦЛО «Мотомир», «Плеяды», дилер «Субару» в Калининграде, «Матюль» в Калининграде, экстрим-портал «Стандарт.ру», я принял участие в чемпионате Европы по Стантранику, который проходил в Германии в German Open 2011, где выступали лучшие райдеры Европы. При поддержке Мотомира начало формироваться объединение стантрайдеров Калининграда. Это неописуемое удовольствие наблюдать за успехами молодых райдеров, которые на деле показывают, на что они способны.